Среди множества искусственных красителей, так хочется найти что-то натуральное, чем можно было бы воспользоваться на праздник. Предлагаю вам один из таких вариантов – крашеные яйца шпинатом. Покрасить яйца можно, как замороженным, так и свежим шпинатом. Свежего шпината можно взять по весу на треть меньше, смотря какую интенсивность цвета вы хотите, и пробить блендером, а далее работать как с замороженным. Расскажу подробно, как приготовить крашеные яйца шпинатом. Подготовьте необходимые ингредиенты. Яиц можно взять и больше, главное, чтобы отвар полностью их покрывал. Или увеличьте количество воды и шпината. Яйца для покраски используйте исключительно белые. Подготовьте необходимые ингредиенты. Яиц можно взять и больше, главное, чтобы отвар полностью их покрывал. Или увеличьте количество воды и шпината. Яйца для покраски используйте исключительно белые. Опустите только сваренные горячие яйца в отвар и оставьте не менее чем на 6 часов. Какие-то схватятся лучше, какие-то хуже, но все натуральное и с нежным весенним цветом. Хорошего праздника!